Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения, с вами Рейн. Наступила пора поиграть нам в Fallout Shelter. Крышки, 110 штучек, первый день у нас, первая неделя начинается, новая, так скажем. Кто здесь такой у нас? Джек Лорд. Погоди, не сейчас, минуточку попозже мы начнем, естественно, с вами рейды. Как же меня вот эти охламоны добивают, ребят. В купальном костюме и в костюме эльфа. Так, что у нас здесь еще можно собрать такого? Ага, еда. Ну и вроде бы как все, давай, заходи, Ллойд. Сейчас мы тобой займемся. А, этот мой чувачок, которого я отправил якобы на неделю. Да, долго он, конечно, у меня не походил, но пришлось, ребята, его вернуть. Ох ты, усиленный гатлинг-лазер, вот это вещь. Блин, надо будет как-то сделать, собрать его. Так, ну что, Лорд, елки-палки. Надо тебе что-нибудь такое хорошенькое надеть. Давай халатик одевай ко мне. И ружьишко, давай-ка мы, наверное, поставим тебе 7-12. И иди-ка ты в медицинский отдел, будешь там что-нибудь мне изобретать. Ратпаки, стимпаки, в общем, неважно. Главное, чтобы работал во благо нашего убежища. Ну, ребята, а мы, как всегда, по стандарту с вами идем на рейд и посмотрим, как у нас называется очередное задание «Полная чаша горя». Узнать больше о волшебной воде. А, ребята, это та вода, помните, которую мы просили в прошлой или в позапрошлой серии, да? Но они сказали, ее не осталось у них. Сходите в какое-то убежище, там вам расскажут больше. Ну, сейчас, наверное, нам здесь что-нибудь хотя бы расскажут про эту воду, я надеюсь. Так, дамочка готова. А смотри-ка, вот этот крепыш, блин. С киркой, довольно такой нахал. По-другому не назвать. Все, готов. Отмахался киркой, ребята, он. Чертежик мы получили. И... Так, погоди. Вы мне мешаетесь, ребята. Вы как-то рассредоточитесь, я не знаю. О, получилось, все нормально. Так, продолжаем наше путешествие. И что у нас здесь? Кто там влазит? Кроты, ничтожные кротики. Ну как же без них, ребят? Ну никуда, елки-палки. Что тараканы, что кроты. Одного поля ягодка, елки-палки. Так, давайте мы докромсаем. Там у нас вон ящик лежит. Я его хочу побыстрее вскрыть, посмотреть, что там у нас будет. Но все. Долго-долго что-то у меня тут ребята пыхтят над ними, если честно. Неужели у меня здесь такая слабенькая команда собралась? Да вроде бы нет. С огнеметом, все дела. Но, как видите, что-то они сдают свои позиции. Так, костюмчик, изолента, и здесь ружье. Флагонское, которое нам нафиг не нужно. Но, надеюсь, тут у нас все тихо. Смотрите-ка. Два ратпака получили. Так, ну этажей тут еще три штучки. Ну-ка. Ну и как видим, тут нам попадаются еще три смертника. Угу. Сейчас мы их, ребятушки, быстренько ухоркаем. Я тут как раз лутануть вижу, что можно. Так, ну все, ладно, тютюкаться с ними. Давайте быстрее ложить, ребята. Уже хорош там холостыми-то по ним бомбить. Елки-палки. Все, дурачитесь, блин. У нас времени под зарез, блин. Мне надо еще потом два рейда проходить. Так, что здесь, крышки? Отлично. Чертеж. Слушайте, ну у меня сейчас, ребята, акцент идет на крышки. Мне они нужны и очень много, вы сами прекрасно знаете для чего. Чтобы я мог уже клепать легендарные вещи. А на данный момент вообще-то оружие, оно мне очень сильно нужно. Потом мы с вами, естественно, будем проходить уже более такие серьезные миссии, где и враги пожирнее, соответственно. Ну что вы тут хрюкаете, блин? Из огнемета. Смотрите, ребят, я думал, почему они лысые? Ну, кроты, они сами по себе лысые. Ну, а здесь еще, смотрите, ох, как индюшку просто после ощипки. Так, я не понял, блин. Этот гад призвал еще себе подмогу, а? Ёлки-палки, надо подхиливать, ребята, подхиливать. И желательно всех. Так, давайте мы главного завалим сейчас. Иначе он будет так призывать до бесконечности. Фу, готовы. Что тут у нас? Ага, вон там, последний затесался между нами. Песик, почему ты ничего не делаешь, а? Так, погоди, не так. Все, ребята.
пистолет дешманский, а здесь такой же, только с прицелом, блин. Да, что-то на лут-то здесь у нас скупятся, ребята, скупятся. Ладно, что здесь? Ага, кроты. А нет, смотри-ка, тараканы, ё-моё. Вылезли, блин, только вспомнил о них. Ну давайте, мои бойцы, прижучи их к ногтю, раздавите их пяткой, я не знаю. Ну, ага, один остался. С машинкой, ёлки-палки. Как раз то, что нужно. Да я бы не сказал, вот кто мне нужны. Мне нужны рейдеры. Почему? Потому что с них можно выбить крышки. Помимо того, что можно тут еще что-нибудь у них лутануть. Причем довольно неплохо. Пятикратный урон. Не повезло тебе, братишка. Не завидую я тебе. Так, на него не будем мы тратить. Смотрите, да, прикол. Где стоит рейдер и где у меня сейчас девица с огнеметом жарила. И тем не менее попадала по нему. Так, хорошо. О, 22 уровень. Ну да, ребята, у меня здесь команда не такая уж сильная, как я могу понять. Очень такой слабенький уровень. Но этого достаточно, чтобы пройти на последний этаж. А, кстати, мы же здесь пришли узнать секрет. Вот. Волшебная вода черта с два. Этот волшебник утверждает, что нашел довоенный фильтр для воды. Полная фигня, просто помой. Если честно, я такое не налью даже своим свиньям. Как только мы ее выпили, на нас напали рейдеры. Если бы не вы, нас бы всех перевели. А главное, маленький Джонни выпил ее и в тот же день умер от болезни. У вас ее не осталось? Нет, мы зарыли ее под деревом, в которое попала молния. Поговорите с ребятами на старом заводе Робка. Так, опять этот старый завод Робка и легендарный чертеж. Нам достался еще две бутылочки ядерной колы. Ну, хорошо. Так вот, ребята, о чем я хочу здесь сказать. Вы смотрите, мы в тот раз ходили, да? Те ребята были довольны водой, да? Типа они помолодели, там умылись. Последние свои запасики не стали нам отдавать. Здесь, наоборот, противоречие, да, что типа вода отравленная, что рейдеры из-за нее к ним прибегали, напали, что нее зарыли под деревом. Короче, здесь какой-то странный немножко получится квест. В общем, мы должны пройти обязательно эту линейку и узнать всю правду об этой воде. Так, ну что, вроде бы все собрали, можно отсюда свинчивать. Так, подожди, куда я нажимаю уже совсем? Совсем позабыл. Так, ребят, я ничего не упустил? Так, вроде бы ничего, да? Так, здесь у них ничего нету. Блин, что у меня с мышкой, ребята, а? Что-то мышка у меня барахлить начала, ё-моё. Так, тихо. Ой-ой-ой, куда тебя понесло? Да что такое-то? Эть, вернулись. Так, ребят, что-то с кнопкой стало у мышки у моей. Надо срочно бежать в убежище. Ну, это не дело просто-напросто. Так, очень хорошо, мы с вами бежим, естественно, к себе в убежище, ну а с мышкой мне надо что-то делать, это какая-то полная фигня, видите, ребят, ну сейчас в данный момент нормально себя ведет. Так, дойти мгновенно, естественно, мы с вами добегаем моментально до хаты, зелень мы опять же всю будем продавать, потому что нам нужны крышки, 2-4, ух ты, магнетрон, ё-моё, блин, ребят, мне фартит на... чертежи. Надо срочно-срочно развить. 60 тысяч крышек для этого нужно. Блин, ну это очень много, ё-моё. Так, ребятушки, ладно. Наверное, надо сделать небольшой перерывчик. У меня просто тут кое-какие дела. Ну что же, продолжаем играть в Fallout Shelter. Все у нас тут на мази. Ух ты, сколько всего накопилось. Так, отлично, уровень. Ну, я имею в виду Special. Так, здесь, смотрите-ка, шестой левел. Прям нога в ногу идут, ё-моё. А ты какой? Двадцаточка, уже серьезная. Так, а ты? 13-й, слабоват. Борцуха, слабоват. Ну что ж, ребята, у нас с вами еще два рейда. В принципе, задел есть на серию. Так, распространение чумы. Узнать больше о тошечной чуме. Тошечной. Странно. Может быть, тушечной? Ну... в плане тушка. Ну нет, тут тушечный. Один за всех и все за одного. Да-да-да, вы у меня бригада ух. Один работает за двух. Так что, о-о-о, да мы сейчас тут, елки-палки, просто на одном дыхании пройдем. Вы посмотрите, какие они, ребята, горячие. Такие огненные просто, блин. Ну правильно, с такими стволами. Любой будет огненно жарким.
Так, кто тут у нас? Ага. Давайте, ребята, бейте этих кротов. И можно вот... Блин, знаете, что хотелось бы, ребят? Вот в этой игре еще. Вот крафт есть, да, шмоток там, всего этого. Но хотелось бы чего-то такого вот... Как бы вам сказать? Онлайна. Вот была бы она онлайновая, чтобы можно было бы между базами своими там драться, да? Было бы прикольно. Я бы даже сказал, была вообще офигенно. Вы представляете, да? Была бы большая карта, где мы выбирали бы всякие там точки и могли бы делать рейды личные. Ну, мы, например, нападаем, а человек, который, например, выходит из игры, грубо говоря, ставит себе там на усиление определенную армию. Блин, вот это было бы прикольно. Но нет, ребята, сколько лет игре, ничего новенького сюда они, по-моему, так и не внесли. Ну, не считая там всяких праздничных ивентов и тому подобное. Монстров можно было бы сюда каких-нибудь побольше, посолиднее поставить. Уж, я думаю, у разработчиков, тем более такая компания, хватило бы мозгов что-то такого солидного сюда добавить. И, мне кажется, игра бы ожила бы. Так, ох ты, смотрите, что это у нас. Вы ботаники, которые помогают поселенцам? Слава богу! А в чем проблемы? Мы уже почти месяц не ели тошечное пюре и тошку фри. Ну, я же говорю, ребят, про картошку здесь идет речь. Есть тут одна лаборатория неподалеку, и там кое-что считает, что это не болезнь. У них другая теория. Мы не ботаники, но хотим вам помочь. Что у них за теория? Да, колись давай. Об этом спроси у них, а нам нужно снова сажать тошку. Тошку, блин. Тошку, картошку. За хвост тяни Антошку. Ребят, кстати, стол вроде бы неплохой мне выпал, да? Так, дайте-ка я... Да вы что тут юлите? Так, ребят, ну вроде бы мышка нормальная уже, новая, блин, а... Может быть, игра уж и тупит? Я не знаю. Так, ну... Так, ну этих говнюков мы сейчас положим. Тут без проблем. Кстати, я уже даже и забыл, какие у меня... животные со мной ходят. С какими бонусами? Мне бы желательно такие, которые на бабки, на скорость. Так, где тут винтовочка? Ага, 12-15. Но нет, для этого слабовато. А у тебя как дела? Слушайте, по-моему, такая же. Так, а у тебя? Вообще на 17-ку бьет. Хм. Да, пушка хороша, но для моих ребят слабовато. Ладно, в убежище стопудово я найду ей применение. У меня там очень много жителей, вы сами прекрасно это знаете. И практически, наверное, треть из них ходит более-менее такая, как сказать, защищенная, вооружена. А остальные все размазня. Особенно нужно именно на верхние, вторые и первые этажи ставить. Потому что обычно, когда начинается рейд у нас, да, на нас нападение, первый этаж и второй, самые, так сказать, излюбленные, блин, этажи для нападения. И там должны быть ребята крепкие быть, чтобы могли как-то противостоять. Потому что внизу уже там идут доктора, всякие там медики, шпедики, в общем, фуфлагон один. Нужен первый и второй этаж, чтобы он был укрепленным. Так, нормуль. Так, стимпаки тоже неплохо. Эх, даже не знаю, ребята, что нам лучше сделать? Пойти вниз или вверх? Нет, давайте мы с вами, наверное, вниз обрыскаем, да? Полностью. А потом уже самый последний этаж пройдем. Чем будем туда-сюда по 30 раз бегать, блин? Так, о, стимпаки, шикандос. Что могу еще сказать? Да что такое-то, в каждой комнате теперь будете эти кроты, блин, а? Мы... Это вот они, гады, как раз эту картошку-то и воруют, блин. Никакая это не чума, просто кроты ее съедают, вот и все. А кротов подсылают рейдеры. Специально, чтобы люди в убежищах умирали от голода. Хотя в то же время, сколько раз я уже говорил, да, да возьмите вы вот этих вот кротов. Хотя, может быть, они какие-нибудь радиоактивные. Да нет, вроде когда бьют, у нас радиации нет. Это гули, да, я не спорю. Ну и эти, когти смерти. Ну, а это-то срань, вали ее, довали, поджаривай на лоскутки, да вон, вяли мясо. Ведь стопудово говорю, очень даже вкусный деликатес, елки-палки, а тем более это с голодушки, а? Нет, что-то тут сопротивляются. Так, смотрите, у нас уже столько чертежей набрано, ё-моё.
Я просто богатею от серии к серии. Единственное, что когда мне это все реализовывать, когда мне это все крафтить, сами видели, да, один крафт там по 2-3 дня идет, ядрёна вошь. Я не знаю, сколько будет легендарка делаться. Мы еще пока с вами только суперское делали. Так, давайте сюда пройдем. Да ё-моё, действительно, в каждой комнате, а? В каждой комнате по одному гадёнышу. Нет, я не буду тратить крит. Мы так с вами справимся тут без проблем. Так, ратпаки. Угу. Лампочку получили. Так, какой у тебя уровень, интересно, а? 34-й. Хорошо. Так, и броня у нас тут выпала. Все, ребята, мы с вами со спокойной душой возвращаемся в убежище. О, одни чертежи. Но это еще не все. У нас еще будет один рейд. Я, честно говоря, уже не помню, как он называется, но это даже не важно, все равно мы его выполним с вами. Так, да, добегаем мгновенно. У нас же, по-моему, есть еще бутылочки. О, еще 6. Естественно, ребята, чешем просто на всех парусах. Ё-моё, сколько чертежей-то у меня, а? Хорошо, давайте заберем все, не будем продавать. Так, улучшенный комбинезон института. Так, правителя. Певец. Стиль дувоп. Новый стиль какой-то. Столовый институт. Ух ты, еще одна. Ну, давай последнюю. Ну, а нет, нифига. Ну, жилая комната подземки у нас есть. Забираем наши стимпаки. Так, это кто у нас? Джин Мур. Так, подождите секунду. Так, давайте ей уровень повысим. 6-й у нее, да? Так, ну не забываем также, ребята, что у нас еще один рейд. И нам надо бы как бы на него отправиться. Так, солнышко как светит. Да, ребят, у нас каждый раз почему-то, мне кажется, меняется фон, нет? Может, меня глючит, блин? Мы все время с вами в пустыне в этой. Ладно, сейчас суть не об этом. Нам нужно с вами идти на очередное задание. И причем, ребята, надо будет еще... Надеюсь, у меня хватит бутылок, чтобы вернуть вот эту вот бригаду к себе на базу. Так, золотое кольцо. Найти любой предмет, сделанный из золота. Чтобы я этих ребят тоже к себе на базу успел в этой же серии вернуть и распределить еще на 3 задания. Будет очень хорошо, кстати. Найти, значит, нам здесь любой предмет из золота. Что не сделаешь ради любви? Странно ты, конечно, заговорила. В плане, ты пошла на рейд ради любви или ты стала воевать с тараканами? Ты как-то двояко высказываешься. Определенно это верная дорога. У вас, ребята, дорога только одна. Поверьте мне. Так, что, здесь никого нету? Угу, чертежик, замечательно. Так, ну что, давайте вниз зайдем. Полностью пройдем здесь все эти комнатки, а потом уже побежим наверх. Ага, так и думал. Нет, не тараканы. Но вот эти ребята, вы посмотрите, просто жарят. Пофиг им на все. Но я все равно хочу легендарное себе оружие, ребят, как ни крути. Пустошь не такая уж и пустая. Да-да-да, кстати, вот я здесь с тобой соглашусь. Называется пустошь, а почему, непонятно. Тут народу, по-моему, гуляет больше, чем вообще в какое-либо время. Несмотря на то, что здесь у нас время после ядерной войны идет. Так. Ну, добили. Так. Ну давай, добиваем его, блин, мне нужны эти ящики вскрыть. Все. Так, на ратпаке подарки. Конечно, подарки, ё-моё, 501 скрыжек, маловато, блин. Где бы мне такой куш сорвать, а? Обалденный, чтобы мне дали сразу. Ну вы сейчас будете, блин, по... Ну точно по одной, а? В лифт забегает. Не могут дождаться друг от... Ладно, животину свою только оставили. Ну здесь никого нет, смотрите-ка, все тихо, глухо. Глухозимье, ядрёна вошь. Так, давай. Ага, получите, распишитесь, ребята. Мы пустим вас на мясо. Ну давай ты, да стрельни ты разок-то. Все, пряжа, стимпаки, угу, нормуль. Хотя, если задуматься, мне нужен легендарный хлам, ребят, потому что я буду делать себе шмотки оружия, а там, естественно, только легендарный хлам применяется. Ну давайте заходите, что встали-то? Ох, смотрите-ка,
Гули шипит. Грязные жители убежища пришли нас обокрасть. Они хотят наше сокровище. Мы ненавидим их. Мы убиваем их. Так, подожди-ка. Да не, вот это вот давайте возьмем второе. Да не нужно мне ваше сокровище. Я ищу золото. А, значит, все хорошо. Вот возьмите это и извините за беспокойство. Ну, насмешили просто-напросто, а? Почти у цели. Мы, ребята, пришли сюда за золотом, а для них драгоценности — это, к сожалению, не золото. Видимо, у них тут что-то другое ценится. Наверное, может, жрачка, елки-палки. Ладно. Короче, они нам дали подарок — бутылку квантовой колы. Ну, я считаю, что это тоже хорошо. Щедро, так скажем, с их стороны. Но вот этим вот придется все равно сдохнуть. Сами виноваты, напросились. Блин, сколько тут нам дают ратпаков, обалдеть. И стимпаков, к тому же, кучу целую. 20 уровень, разбираем добро. Да-да-да, конечно, разбираем. Ну, вы вылазьте сюда, вылазьте, я знаю, что вы тут. Лубвы нет плеглад. Вы что, безумно? Любви нет преград, учись, авиатор. Так что, чертежик взяли. Так, ну что, ребят, у нас последний, да, последний этаж. Это значит, что рейд наш закругляется. Надо будет еще найти им хорошие задания и отправить на них. Ты посмотри, а. Один за другим вылазит. Ах вы шавки бриты. Если под других слов просто не находится уже. Ну да бей ты этого говнюка мелкого, ну. Нет, вот стоит, вот улыбится. Хотя я не вижу, что там делаешь в этой маске. Ну, стопудово улыбишься. Ох ты, а вот, наверное, и главарь, да? Наверняка, ребята. Малыш, я люблю тебя, как фтор любит водород. Кстати, если фтор с водородом смешать, по-моему, получится кислота, если не ошибаюсь. Так, готов. Ну, вот, ребятушки, вот о чем я вам и говорил. Нужны легендарные вещички. Вот такие вот, как часы, лютики и тому подобное, микросхемы. Так, все. Сделали мы с вами здесь задание. Бежим обратно к себе в убежище. Ну и сейчас будет, наверное, самое интересное. Это предвкушение того, что нас будет ожидать уже в следующей серии. Потому что мы будем сейчас распределять задание. Так, давайте мгновенно добежим. В принципе, здесь можно продать все. Хотя, давайте сделаем так. Чертежи остались у нас все равно. 4.9 слабенький, броня выжившего тоже ерунда. Да, ничего такого хорошего нам не дали, но, тем не менее, чертежи у нас будут открыты. Хотя бы. Погоди, стой здесь. Так, я вижу, что у нас все, в принципе, собрато, да, здесь? Ну, вот еда еще здесь осталась. Так, давайте-ка определяться с заданиями. Любимое дело. Ну, зачистить пещеру, чтобы подготовить ее к свадьбе. Интересно. Так, это обязательно нужно сделать, ребята, нам задание, потому что меня заинтриговало вот это вот зачистить пещеру, чтобы подготовить ее к свадьбе. Это кто это у меня там будет? Жениться или замуж выходить? Вообще, о какой свадьбе идет речь? Так, ну что, ребята, я думаю, вот такой отрядик у меня сгодится, да? 17, 34 и 20 уровни. Ну, в принципе, пойдет. Так, следующий у нас кто будет идти? Поход за хламом. Во, испытание обязательно нужно взять, ребята. Тут все-таки бокс мы с вами получим. Поэтому, слушайте, у меня даже 50 уровень чувака есть. Вы представляете? Лукас Симс. Охренеть. 50 уровень, блин. Да. Блин, а у них какой здесь максимальный? 99 или 100? Я вот не помню, если честно. Если кто помнит, напишите мне, пожалуйста, в комментариях. Интересно знать вообще для самого себя. Так, дипломатическая миссия, это не то. Блин, скажите сыр. Может быть, вот сюда сходить, ребята? Тут чертеж у нас будет золотой. Так, ну, естественно, нужны будут им костюмы. Вот, у меня есть. Улучшенные причем, ребята, улучшенные. Не какой-то там хлам. Так что, я думаю, мои ребятушки здесь это все вытянут. Пережуют и выплюнут, елки-палки. А нету у меня, ребят, подобающей винтовочки. 14-16 пускай так, наверное, и остается. Да.
Отдаем им стимпаки, ратпаки и пускай бегут во свояси. Ну, а мы, наверное, с вами, дорогие мои друзья, будем завершать на этом нашу серию, да? Уже увидимся с вами в следующей, как говорится, будем делать рейды. Может быть, нам что-то хорошее достанется, кто его знает. Да и крышек бы хотелось бы заработать. 14 тысяч, и мы с вами улучшим себе оружейку. Ну, в общем, все. Давайте, ребята, до следующих видосиков. До новых встреч. Вам не болеть, не хворать. Всем удачи. Чао, ребята. Увидимся.